Бал медалистов в торжественной обстановке прошел в Центральном парке Люберец. Он объединил более 100 выпускников округа. Парней и девушек, которые вступают во взрослую жизнь, поздравили их родители, учителя и глава округа Владимир Ружицкий. Выпускники пришли на бал в нарядных платьях и костюмах. Позади 11 лет учебы и экзамены, а впереди большая и интересная жизнь, для которой каждый из ребят выберет свои краски. Вы научились самое главное в жизни – работать, работать с книгой, потому что это самый тяжелый труд. И не все этому в процессе обучения жизни учатся. Когда ты научился работать с книгой, ты дальше все осваиваешь гораздо проще. С медалью за особые успехи в учении окончили школу 125 молодых люберчан. 15 одиннадцатиклассников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Анжелика Цитурян с детства увлекается историей. По этой дисциплине девушка проявила свои знания на ЕГЭ и получила максимальный результат. Конечно, я желала столько получить баллов, но я не представляла, что у меня получится не допустить ни одной ошибки. Я невероятно благодарна своей школе за то, что она открыла мне новые возможности, новые дороги, подготовила к олимпиадам и к сдаче экзаменов. Анжелика Цитурян планирует поступить в РУДН по направлению международные отношения. С высшим учебным заведением определился и Никита Парамонов. Молодой человек тоже получил 100 баллов на экзамене по истории. Любимая наука в будущей профессии Никиты занимает важное место. История привлекает меня тем, что в ней нет ничего точного, и все можно опровергнуть, изучить. И, в общем, безграничная наука. Компьютерный гений Александр Герасимов – 100-бальник по информатике. Знание этой науки, считает медалист, в современном мире всегда пригодится. Ну да, эта наука, она сейчас очень развивается. Это наиболее востребовано, наверное, поскольку компьютер развивается очень быстро. Это, безусловно, востребованная профессия – программист. Поэтому она меня заинтересовала. Вот я с 9 класса уже 3 года занимаюсь этим. Выпускники люберецких школ с выбором вуза и будущей специальности уже определились. После окончания высших учебных заведений многие ребята планируют работать в родном округе. И здесь их очень ждут. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.